отель Terrace Beach Resort в городе Сиде. Сейчас 6:30 утра. На территории очень спокойно, пусто. Слышно, как шумит море. Практически все номера выходят на море. Сейчас покажу вам форму отеля, и вы все поймете. Вот это все номера. Территория небольшая, но она уютная, компактная, зеленая. Есть три горки, ресторан у бассейна. Немножко выше мы видим террасу основного ресторана. А здесь еще есть более тихий бассейн. В отеле отдыхает очень много европейцев, особенно немцев. Поэтому еда на высоком уровне. Вот отсюда хорошо видно. Шезлонги разного типа, есть пластиковые, есть более усовершенствованные. Сейчас 23 градуса тепла. И пойдем к морю. Красиво подстриженные деревья, ухоженный сад. Ресторан. Мы уже на подходе к пляжу. Пляж очень мне нравится, поскольку он песчаный. Глубины нет, порядка где-то 20-30 метров. Заход очень плавный. Вчера были большие волны, и это как раз удобно вот для прыгания на волнах. Можно поиграть в волейбол пляжный.
шезлонгов много. Пляжи Сиде мне напоминают пляжи Шри-Ланки. Такие же широкие, с желтым песком. Особенно, когда море штормит. Некоторые отдыхающие уже начали утреннюю пробежку. Море прекрасное.